Папа Римский Франциск во время авиарейса в Тбилиси провел краткий обмен мнениями с репортерами, передает «Седмица». Во время разговора с журналистами папа Франциск сделал прозрачный намек на то, что он не любит путешествовать. «Это будет краткий визит, благодарение Богу», — сказал папа Римский. «Через 3 дня мы вернемся домой». Папа Франциск и раньше часто говорил, что предпочитает оставаться дома. В течение периода пребывания на кафедре архиепископа Буэнос-Айреса он не часто путешествовал в Рим и всякий раз торопился вернуться назад в Аргентину при первой же возможности.